Всем привет, с вами Прио. Сегодня мы поговорим о быстрой прокачке профессии в дополнении Shadowlands. Да, мы прекрасно знаем о том, что всякие профессии нужны, всякие профессии важны. Какие-то профессии делают нам различные бафы, какие-то профессии делают нам различные элементы брони, но в Shadowlands еще есть возможность скрафтить легендарочки и потом в дальнейшем развивать их. Окей, имеется просто такая мысль, но пока что до конца все это дело не реализовано. И, само собой, в тот момент, когда дополнение только стартует, довольно-таки сложно поднимать профессию до максимального навыка. То есть, да, вы прокачаете какой-то там определенный порог для того, чтобы делать какие-то самые простейшие вещицы, самые нужные реагенты. И далее, не то чтобы уже смысла особо нет развивать профессию, просто это может выйти достаточно в дорогую сумму. В тот момент, когда дополнение только стартануло, реагенты дорогие и все такое прочее, компания Blizzard, разработчики наши любимые, сделали довольно-таки интересные книжечки. Я думал найти их вообще в начертании, но в начертании как-то не имеется их, значит, у них будут какие-то другие способы добычи у этих книжек. Собственно, книжки, которые раз в неделю будут повышать навык нашей профессии на 5 единиц. Таким образом, можно повысить даже добывающую профессию и даже рыбную ловлю. Там есть книжечка, которая повышает навык владения рыбной ловли. Это довольно-таки интересно, это довольно-таки классно. То есть юзать такую книжечку на первых навыках, это немножко нецелесообразно и невыгодно. А вот если юзать такую книжечку уже на навыке там 130-135, то это довольно-таки неплохо. Я вспоминаю то количество дистиллиума, которое нужно было истратить ради того, чтобы апнуть какую-нибудь профессию в БФА. Это было довольно-таки интересно. Помню, инженерное дело, на него тратилось довольно-таки хорошее число. Так вот, теперь просто юзая эту книжечку раз в неделю, можно будет апать навык на 5 единиц. Это довольно-таки классно, это довольно-таки круто. И чувствуется сходство с таким интересным квестом, который был на ярмарке Новолуния, но его можно было делать всего лишь раз в месяц. Тут же раз в неделю, и это довольно-таки интереснее. Посмотрим по итогу, что из этого выйдет, и доживет ли вообще эта функция до старта дополнения Shadowlands. Верим, надеемся, ждем. Вам же желаю всех благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!